Эфир 24KZ продолжает выпуск новостей. В студии Патагоз Аркулова. Здравствуйте. Казахстан в полном объеме выполнил все цели и задачи, поставленные в период своего председательства в ШОС. Такую оценку работе нашей страны и Астанинскому саммиту дал независимый турецкий эксперт по международным отношениям Тугрул Чамаш. Он считает, что решения, принятые в рамках встречи в казахстанской столице, расширят сотрудничество и укрепят потенциал стран организации. Это был очень продуктивный саммит. В ходе заседания было подписано 25 важных документов. Одним из них стало подписание решения о проекте стратегии развития ШОС до 2035 года. Мероприятие можно назвать главным в своем роде, которое было направлено на создание альтернативной модели системы международных отношений на Евразийском континенте. Я уверен, что эти решения усилят потенциал организации. ШОС – одна из немногих, как говорят аналитики из Кыргызстана, мировых организаций, где прогресс достигается через переговоры и дипломатические компромиссы. Общее развитие через диалог и понимание – основной принцип Шанхайской организации сотрудничества. Бахыт Чермашев продолжит тему. С каждым годом весомость евразийских инициатив, реализуемых посредством ШОС, придает союзному объединению все больше геополитического веса. По мнению экспертного сообщества Кыргызстана, вместе с экономическим развитием стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, все более эффективной становится модель прагматичного совместного сосуществования государств-объединения. Казахстан сейчас вот в этой ситуации, сейчас, можно сказать, также он выступает таким региональным игроком, который пытается на площадке Шанхайской организации сотрудничества выстроить идею коммуникации, идею диалога, идею сотрудничества, но никак не конфронтации. Это очень важно. Весомость встречам лидеров стран-участниц ШОС придает возможность на паритетной, но главное, выгодной основе решать актуальные проблемы текущего мирового порядка. Глобальные вызовы, начиная от военных конфликтов, заканчивая климатическими изменениями, заставляют пристальнее изучать угрозы для того, чтобы располагать адекватными инструментами для преодоления кризисов. По словам кыргызских экспертов, одна из болевых точек – водные ресурсы. Не случайно на площадке ШОС этому вопросу уделяется большое внимание. Безусловно, это очень важно, очень актуально, тем более в условиях, так сказать, ситуации в Афганистане, когда начинается строиться канал Коштепе. Да? Безусловно, это повлияет на приток и повлияет на ситуацию в Узбекистане, в Туркменистане, у нижестоящих стран. И в этом случае, опять же, вот Шанхайская организация сотрудничества, где Афганистан уже является полноправным членом, есть вот площадка, опять же, где вот можно обсуждать вот эти вопросы. По мнению Бакытбека Джумагулова, главный вектор развития ШОС – экономическое взаимодействие. Присоединение Беларуси к организации позволит не только расширить географию объединения, но также усилить потенциал ШОС – новые рынки сбыта, взаимный товарооборот, обмен технологиями. Это факторы, которые должны сопутствовать общему продвижению экономических интересов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, уверен аналитик. Бакыт Чермашев, специально для 24KZ, Бишкек, Кыргызстан. Напомню, 25 документов подписали в ходе саммита ШОС в Астане, в их числе Астанинская декларация. Кроме того, принято решение о принятии Беларуси в члены организации. На площадке также прозвучали заявления глав государств. Напомню, тема этого года – укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию. Для участия в саммите в Астану прибыли главы 16 государств и правительств, а также руководители международных организаций. Лидеры обсудили вопросы взаимодействия в экономике, международной торговле, энергетике и в здравоохранении. Председательство в ШОС теперь переходит к Китаю. Шанхайская организация сотрудничества и структуры, связанные с вопросами безопасности, превратилась в мировую площадку, где решаются глобальные вопросы экономики, экологии, торговли и других важных сфер. Такое мнение в интервью нашему телеканалу высказал депутат Сената Амангельда Нугманов. По его словам, для Казахстана, как действующего председателя ШОС, Астанинский саммит – прекрасная возможность продемонстрировать международному сообществу свой потенциал и возможности для инвестиционного сотрудничества. Более того, на фоне геополитических изменений мирные инициативы Казахстана приобретают особую актуальность. Однозначно геополитическая роль Казахстана она возрастает, она отмечается, она в мировой арене уже четко проявлена. Данная площадка как раз и Казахстану дает максимальную возможность раскрыть все свои потенциалы. К
как экономические, так и политические, так и культурные, и все возможные, и, естественно, мирные потенциалы. Это самое главное. У нас в стране, вы сами знаете, 132 национальности, из них сколько народов спас наша страна. Оно уже было издревле уже проявлено. А сегодня мы его еще в современном этапе развития, мы его проявляем дальше. Это есть наши ценности Казахстана. Студенты и педагоги казахстанских колледжей смогут отправиться на стажировку в Китай. К такому соглашению пришли главы профильных ведомств двух стран. Министр просвещения нашей страны и глава Минобразования КНР договорились о сотрудничестве в сфере технического и профессионального образования. Отмечу, в казахстанских колледжах учатся более 500 000 студентов, 70% из них бесплатно. Теперь у них появится возможность получить 2 диплома. Кроме того, страны будут обмениваться образовательными программами. Запланирован ряд проектов по инновационному развитию колледжей. Сегодня мы договорились о сотрудничестве наших колледжей с предприятиями Китая в области развития новых технологий и инноваций. Это, в свою очередь, скажется на повышении квалификации наших специалистов из этой сферы, формировании пула сильных специалистов и в последующем трудоустройстве. Кроме того, мы достигли конкретных договоренностей в направлении создания центров компетенций, то есть повышения квалификации наших педагогических кадров. Другим темам. Комплексный план развития сейсмологической отрасли принят в Казахстане. Он рассчитан на 4 года и включает в себя меры по укреплению сейсмобезопасности в стране. В их числе обеспечение сейсмостойкости зданий и внедрение новых цифровых технологий. Например, власти планируют разработать 15 карт сейсмического районирования. Это поможет спрогнозировать 70% очагов землетрясений в подтвержденных риску регионах. Также планируется установить 285 сейсмических станций, а еще отремонтировать и дооснастить имеющиеся 70. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны. В Павлодаре не хватает пожарных депо. С учетом территории города их должно быть 10, по факту работают 3. В случае возникновения сложной ситуации такого количества недостаточно. Проблему службы пожаротушения озвучил депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов, который находится с рабочим визитом в регионе. По его мнению, вопросы также имеются по нехватке кадров, их социальной поддержке и оплате труда. Заработная плата пожарных – 180 тысяч тенге. При этом выплаты на курортное оздоровление для них не предусмотрены. Эти проблемы необходимо решать, отметил мажилисмен. Я думаю, что это будет очень логично. Поэтому в ближайшее время, вот, когда начнется третья сессия, на эти все вопросы я на комитете планирую поднять, проговорить. И я думаю, вместе с коллегами будем решать поступившие проблемы, вопросы, озвученные в ходе поездки. В Казахстане не хватает 300 судей. Такие данные озвучил депутат Сената Евгений Больгерт на встрече с представителями судебной системы в Петропавловске. По словам члена судейского корпуса, основная причина сложившейся ситуации – невысокая заработная плата. На встрече также обсуждали меры, которые бы могли изменить ситуацию. Сама система, она не может функционировать без квалифицированных, компетентных кадров. И, конечно, сильные квалифицированный судейский корпус – это необходимое условие для качественного отправления правосудия в нашей стране. И здесь, конечно, важно дальше продолжать работать над созданием условий, которые бы привлекали специалистов и удерживали бы специалистов в профессии. А в суде Астаны сегодня началось рассмотрение административного дела в отношении казахстанского певца Хайрата Нуртаса. Его обвиняют в мелком хулиганстве. В материалах дела указано, что на днях популярный артист устроил дебош в самолете. Борт летел из Алматы в Астану. Между певцом и потерпевшим Асылбеком Беккаировым сначала произошла словесная перепалка, а затем подсудимый якобы ударил мужчину по лицу, нанеся легкий вред здоровью. Хайрат Нуртас заявил, что не нарушал закон и вообще сам является потерпевшим в этой истории. Обвинение запросило для певца 15 суток ареста в качестве наказания. Нуртас попросил назначить ему штраф. В эти минуты суд удалился в совещательную комнату.
Казахстанку, скрывавшуюся от полицейских в Армении, экстрадировали на родину. Подозреваемая, по версии следствия, в течение 3 лет руководила филиалом финпирамиды «Финико» в Кустанайской области. За это время были обмануты десятки потерпевших, почти на 170 миллионов тенге. Как пояснили в Генпрокуратуре, ранее причастные к этому делу другие фигуранты уже получили разные сроки наказания. Женщину выдворили в СИЗО «Актау», ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. И о событиях в мире. Риши Сунак признал поражение в досрочных парламентских выборах в Великобритании. Таким образом, партия лейбористов победила, а ее глава Кир Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании, сообщает BBC. Подсчет голосов завершен еще не во всех избирательных округах, но лейбористы уже официально победили в 381 из них. Показатели обеспечивают им комфортное большинство в 650-местной палате. Ранее аналитики прогнозировали, что лейбористы займут больше 400 мандатов, ссылаясь на данные экзит-полов. Правящие силы королевства сменяются впервые за 14 лет. Британские аналитики считают, что поражение консерваторов обусловлено скорее их политическими провалами, которые привели к проблемам в экономике и здравоохранении. Лейбористы же заслужили внимание электората осторожной кампании, ориентированной на безопасность. Партия получила поддержку значительной части бизнес-сообщества. Среди ключевых предвыборных обещаний – повышение уровня жизни, снижение инфляции, сокращение дефицита бюджета, крупное финансирование зеленых инициатив и борьба с нелегальной миграцией. Пошлины, введенные Евросоюзом на ввоз китайских электромобилей в страны ЕС, официально вступили в силу. Размер налога может достигать 38% в зависимости от марки авто. Данные тарифы пока носят временный характер, поскольку Еврокомиссия проводит расследование производства электромобилей в КНР. Окончательное решение европейский орган примет в ноябре. Введением пошлин ЕС хочет уравнять стоимость китайских и местных электромобилей. Европа обвиняет КНР в том, что страна за счет масштабной господдержки производит избыточное количество электромашин. Спрос на автомобили, производимые по зеленым технологиям, резко вырос в последние годы. Цены китайских машин в среднем примерно на 20% ниже, чем у европейских конкурентов. Поэтому с каждым годом они становились более привлекательными для потребителей на Западе. Введение пошлин не является целью как таковой. Это средство исправления дисбаланса несправедливой конкурентной ситуации в ущерб производителям электромобилей в ЕС. Мир не может принимать лишнюю китайскую продукцию. Именно поэтому нам нужен диалог с нашими коллегами из Китайской Народной Республики. В Великобритании разработали экологически чистое топливо для «Формулы-1». Местная компания-производитель планирует снабжать команды гонщиков с синтетическим топливом из воздуха и воды. Из первого ингредиента добывают углекислый газ, из второго – водород. Весь процесс происходит с использованием возобновляемой энергии. Затем компоненты обрабатывают в специальных катализаторах и получают синтетическое топливо. Разработчики прогнозируют, что первые партии продуктов будут примерно в 5 раз дороже гоночного бензина, но ожидают, что его стоимость снизится в течение следующих 10 лет. Авторы проекта таким образом надеются поддержать планы автоспорта стать углеродно-нейтральным к 2030 году. Вы смотрите новости, мы продолжаем. 18 комфортных школ строят в Акмолинской области. Возведение 8 из них завершат в этом году. С ходом строительства одной из таких школ в городе Кокшетау ознакомились депутаты мажилиса. Новое учебное заведение в микрорайоне Сарыарта рассчитано на 1500 мест и позволит снизить нагрузку на другие школы города. Сдать его в эксплуатацию планируют в декабре этого года. Кроме того, депутаты провели ряд встреч с населением, где обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки и образования. Эта школа будет достаточно комфортной со всей инфраструктурой. В районах есть действительно такие долгострои, как мы называем, да, проекты, которые несколько лет стоят и не завершаются. Но, как правило, эта проблема по нескольким причинам возникает. В первую очередь, наверное, по причине недобросовестности подрядчиков. Затягивается и строительство реабилитационного центра для пожилых людей с инвалидностью в селе Урангай Туркестанской области. Объект планировали сдать в эксплуатацию еще в прошлом году, но выяснилось, что бассейн, сауна и тренажерный зал еще не готовы. С ходом работы знакомились депутаты мажилиса. Подрядчик заверил, что их сдаст объект уже до конца июля.
На его строительство выделили 2,5 миллиарда тенге. В будущем одновременно здесь смогут получать лечение 200 человек. Перед приемкой объекта мы еще раз проверим, посмотрим. Недостатков пока много. Сейчас сделали замечание заказчику, областному управлению строительства. Поручили руководителю учреждения пока не принимать объект и тщательно проверить качество выполняемых работ. Сакральные объекты приводят в порядок в Костанайской области. Очередной отряд по чистоте в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан» прибыл к историческим местам Наурзумского района. Территорию возле мавзолеев убирали 40 человек. Среди них школьники и жители близлежащих сел. Мавзолей Куайнака-Олие находится в 18 километрах от главной трассы. Место считается святым и добираются к нему по полевой дороге. Она не зарастает. Сакральный объект ежегодно посещают сотни туристов. В районе 4 сакральных места. Могила Туркебайата, могила Матембатыра, мавзолей Куайнака-Олие Жошаракызы и мавзолей Умбетей Батыра. Эти люди, они обладают даром лечения, поэтому сюда приходят люди со всей области, можно сказать. Лечиться. Порядок вокруг сакральных объектов поддерживают за счет выездных субботников. Территорию очищают от мусора и высокой травы. Наводить чистоту помогают школьники, госслужащие и жители соседних сел. Убираем улицы, парки и родники. У нас в поселке их много. Выходим всем селом, и пенсионеры, и дети. После таких акций молодежь даже мусорить не хочет. Бережнее относятся к своей малой родине. Ученики районной школы – активные участники республиканской акции «Таза Казахстан». Учебное заведение развивает экологическое направление. С апреля месяца мы уже сделали много дел. Это наша традиционная акция «Марш парков». Посадили мы 250 саженцев. Это и акция «Суперцветник». Посадили рассаду, высадили ее на территории школы. Мусор постоянно убираем, потому что судьба планеты наша в наших руках. Участниками республиканской экологической акции «Таза Казахстан» уже стали больше 250 тысяч жителей региона. С их помощью ликвидировали свыше сотни несанкционированных свалок и вывезли почти 160 тысяч тонн мусора. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, 24KZ. Мишкатару в рамках акции «Таза Казахстан» начали убирать с берега реки Жайык-Батырау. Как отметили в акимате, опасность подтопления города уже миновала. Теперь стоит задача очистить набережную от защитных сооружений. Приводить в порядок отведенный участок помогают около 200 человек. В основном это сотрудники областного филиала партии «Аманат», депутаты Маслихата и молодежь. Вся набережная поделена вообще на участки. Утверждена программа. Порядка 160 человек. Задействована спецтехника, то есть 3 экскаватора, 2 КАМАЗа самосвала и трактор, то есть щеткой тоже ездит, очищает. Ну, данная работа проводится для очистки нашей набережной. То есть это, сами знаете, 2-3 месяца ожидали, когда воду, то все было построено. Сейчас уже надо порядок в город приводить. Другим темам. Торжественным маршем по Минской площади прошли казахстанские десантники. Они приняли участие в параде по случаю 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Дня независимости Беларуси. Также в этот день состоялось заседание Совета министров обороны СНГ. Участие приняли представители Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники обсудили вопросы военного сотрудничества и рассмотрели план на ближайшие годы. Подписали они и ряд важных документов. В Словении прошли гастроли балетной труппы «Астана-Опера». На 72-м международном фестивале в Любляне артисты представили легендарный балет «Спартак». Коллектив уже не первый год демонстрирует высокий уровень исполнения на фестивале. Гастроли театра прошли при поддержке Министерства культуры и информации. Подробнее о турне расскажет Тамирис Белял. Крупнейшее ежегодное событие, на которое стекаются яркие представители звезды мирового балета. Труппа «Астана-Опера» – один из ведущих участников 72-го Люблянского фестиваля. Под руководством Алтынай Асулмуратовой артисты прибыли в Словению с грандиозной постановкой. Публике представили балет «Спартак».
Для нас это очень важно, потому что мы с большим уважением относимся к хореографам, конечно, к Юрию Николаевичу Гальдаровичу. Нам хочется держать спектакль именно в том состоянии, в котором он должен быть. Этот спектакль такой героический, мощный, сильный, эмоциональный, требующий больших физических и технических возможностей. Главные партии на сцене воплотили ведущие солисты театра. Бахтияр Адамжан в роли доблестного Спартака, Краса на славянской сцене представил Арман Уразов, Айгерим Бекетаева в образе коварной Гины, а Мадина Унербаева исполнила Фригию. Свой балет «Спартак» – это самый лучший балет, можно сказать, в мире, поставленная постановка Юрия Николаевича Григоровича. И мы хотим сказать, что здесь сам «Спартак» – балет очень масштабный и эмоциональный. И, конечно, мы бы хотели показать нашу труппу здесь. Думаю, что не зря приехали, что нас пригласили еще раз здесь танцевать. В зале раздавалась узнаваемая глубокая музыка Арама Хачатуряна. Спектакль сопровождал Словенский филармонический оркестр и хор под руководством маэстро Абзала Мухиддина. Словенский оркестр сформирован из лучших музыкантов страны. Было несколько репетиций, и я считаю, все справились с поставленной задачей. Такие гастроли позволяют не только обменяться опытом, но и показать уровень наших артистов, который действительно отличается качеством исполнения и ценится в мире. Балет «Спартак» мы уже представляли на разных сценах, в том числе в Риме. «Спартак» признан одним из сложнейших балетов, а технику может освоить не каждая труппа. При этом легендарный спектакль достойно фигурирует в репертуаре Астана-Опера. О высоком уровне театра отзываются и организаторы фестиваля. I'm glad. Я рад, что труппа «Астана-Опера» приехала сюда. Это серьезный коллектив, в нем уделяется большое внимание всем артистам. Я также видел некоторые выступления в вашем театре в Астане и сразу же понял, что у этого коллектива очень высокий уровень. Два дня в зале культурного центра Любляны раздавались аплодисменты 3000 зрителей. Посмотреть крупнейшую балетную постановку приехали и ценители творчества казахстанского театра из соседних стран. Мы вообще родом из Казахстана, но сюда приехали специально из Германии. Нам очень приятно, артисты гордость берет за наших земляков. Артисты просто чудесные, великолепная музыка, великолепный состав. Ну, бесподобно, все бесподобны. Чудесный балет, чудесный состав. Выступление балетной труппы «Астана-Опера» в Европе – завершающие гастроли театра в этом сезоне. Люблянский фестиваль – своего рода мост культурного обмена между Казахстаном и Словенией, на котором артисты в очередной раз продемонстрировали профессионализм. Тамирис Беляу, Жанаман Ергалиев, 24 KZ. На такой красивой ноте завершаем выпуск. Увидимся в 16:00.